на конкурс «Дети читают стихи». Николай Алексеевич Некрасов, отрывка стихотворения «Крестьянские дети». Читают Плешкова Елена и Матвейчук Мария. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И шествуя важно, в спокойствии чином, лошадку ведет под усы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего, мужиков-то. Отец мой, да я. Ах, вот оно что. А как звать тебя? Власом. Какой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усы и быстрее зашагал. На эту картину так солнце светило. Ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было. Как будто бы в детский театр я попал. Но мальчик был мальчик, живой, настоящий. И дровни, и хворост, и педонький конь, и снег до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца холодный огонь. Все-все, настоящее, русское было, с клеймом нелюдимой, мертвящей зимы, что русской душе так мучительно мило, что русские мысли вселяет в умы. Те честные мысли, которым нет воли, которым нет смерти, дави, не дави, в которых так много и злобы, и боли, в которых так много любви.